за 30 лет через в стенах Академии управления подготовлено более 95 тысяч выпускников. На сегодняшний день у нас обучается 3014 студентов, 2403 слушателя, 208 магистрантов и 121 аспирант и докторант. Хотелось бы подчеркнуть, что традиционно специальности, по которым ведется подготовка в Академии управления, в Институте управленческих кадров, входят в топ-10 самых рейтинговых специальностей по Республике Беларусь. К примеру, в 2020 году на специальность государственного управления права проходной балл 350 составил, и на специальность государственного управления экономика 336, и на управление информационными ресурсами 344. Надеемся, что и в этом году тоже вступительная кампания будет столь же с высокими вступительными баллами нашего Академии управления. Вообще, в целом в Академии управления ведется подготовка по 21 специальности. То есть это достаточно обширный список, на мой взгляд. И сейчас мы ставим перед собой задачу не стремиться за количеством, а повышать качество того образования и сочетать этот образовательный процесс с воспитательным. В Академии управления сформирован высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, состоящий не только вот из высококлассных специалистов, но и из профессионалов, прошедших и имеющих опыт государственной службы. Это очень важная составляющая. И вот благодаря общим усилиям всего коллектива Академии управления, в принципе, нам его, я считаю, удается оставаться вот ведущим вузом Республики Беларусь в сфере государственного управления, подготовки специалистов и управленцев. В современных условиях я бы сказал, что управленец в Республике Беларусь, он прежде всего, понятно, должен иметь высокопрофессиональные, научно обоснованные знания в сфере управления. Но кроме этого, очень важно, чтобы была прочная национально-государственная позиция, которую он занимает, чувство ответственности за страну и за народ, за людей, которые живут в этой стране. И еще один самый, я думаю, важный и ответственный момент. Этот человек, управленец, должен уметь вести за собой людей, формировать актуальную повестку общественного развития. Считаю важным, чтобы в Академии управления преподавали лучшие профессоры и преподаватели. Мы к этому стремимся. Важно, чтобы сюда приходили и делились своим ценнейшим опытом действующие государственные чиновники. Это тоже очень важный аспект, особенно для слушателей, которые проходят у нас переподготовку и повышение квалификации. Безусловно, мы будем укреплять практикоориентированную составляющую через формирование системы кейсов и деловых игр, направленных на решение конкретных управленческих задач, разработку вот этих важных, практикоориентированных для управленцев аспектов. Еще один момент, который я хотел бы усилить, это проведение краткосрочных курсов по повышению квалификации представителей государственных органов и организаций, которые позволяют нам минимально отрывать людей от тех дел, которыми они заняты, и за этот вот короткий отрезок времени давать им необходимые знания, которые актуальны в современном обществе и могут быть в скором времени и уже фактически востребованы. Но мы должны оперативно реагировать на вызовы времени. Сделать это в длительном процессе сложнее, но мы это тоже будем делать. Длительная подготовка должна присутствовать, но вот должны расширяться и такие краткосрочные семинары. У нас, в принципе, отработана система дистанционного обучения. Для этого есть все необходимые материалы и средства. Но мне бы хотелось еще подчеркнуть, что у нас в Академии управления внедрена система электронного документа оборота, аппаратный видеоконференц-связи. Он формируется активно электронные учебно-методические комплексы, которые могут использоваться в том числе в дистанционном образовании. Но мне бы хотелось подчеркнуть, что я глубоко убежден, что дистанционное образование не следует за ним гнаться. Это вынужденная мера, она может в определенной степени присутствовать и в дальнейшем, но никогда дистанционное образование не заменит живого общения ученика, слушателя, студента с преподавателем. И только таким образом мы можем обеспечить необходимое сочетание образовательного процесса и воспитательного. То, что было в свое время упущено в 90-е годы, и потом в какой-то степени на это смотрели сквозь пальцы, и те события, которые в 2020 году произошли, у нас в стране, они как раз-таки показывают, что очень важный воспитательный момент, он должен присутствовать, начиная с детского садика, понятно, в семье, но начиная с детского садика и через все образовательные учреждения на всех этапах жизни, обучения человека, вот это вот сочетание образовательно-воспитательного процесса, оно очень важно, необходимо его сохранять. И к этому мы в своей академии стремимся.